На полях 10-го саммита форума «Азия и Европа» Нурсултан Назарбаев провел переговоры на высшем уровне с канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры двух стран обсудили вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и других сферах. Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной безопасности. Также состоялись переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Нурсултан Назарбаев и Марк Рютте рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в инвестиционной, энергетической, торгово-экономической областях. Также обсуждение коснулось ключевых аспектов международной повестки дня.